Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про традиції святкування Різдва у православних християн. З нами священик Максим Злобін. Священник Максим Злобін, протоієрей Української православної церкви, навчався у Почаївській духовній семінарії, закінчив Київську духовну академію, голова єпархіального відділу соціального служіння та благодійності Дніпропетровської єпархії УПЦ. Окрім священницького служіння, співає у церковному молодіжному хорі. Займається місіонерською роботою у соціальних мережах. Клірик Свято-Покровського храму у Дніпрі. Хобі – спів, музика, історія. Отже, я радий вітати вас у нашій студії, власне, Різдво. У чому сенс цього свята для православних християн? Як ви це бачите, як священник Української православної церкви? Я теж вас приветствую. Конечно, Рождество Христово – это величайшее событие в жизни всего человечества, событие, которое разделило мир на до и после. То событие, которое помогло понять человечеству, что оно не одно, оно не одиноко. И все те проблемы, которые встали на пороге тысячелетия в момент пришествия Христа, они стали такими, знаете, обыденными и действительно неважными. Потому что в мир пришел Христос. Христос, который явился спасителем мира. Поэтому, конечно, смысл Рождества Христова для нас – это освобождение от греха, проклятия и смерти. Так же, как мы слышим в эти дни вот такие вот ангельские слова, словословие и приветствие. «Слава Вышних Богу! На земле мир, в человеках благоволение». Что это за мир? О чем говорит нам Святая Церковь? Устами ангелов Церковь говорит нам о том, что Бог на землю принес мир. Мир, которого так не хватало тогда, которого так не хватает и сейчас. Поэтому Рождество Христово для нас – это праздник света, радости, надежды на то, что мы не одиноки в этом мире. С нами Бог. А если с нами Бог, то нам все под силу. Мы с Ним сможем преодолеть все, что угодно. А то, что доброе, радостное, сможем наверняка приумножить и сохранить в своем сердце. Отже, ну от, в принципі, Різдво, так як його святкують, зокрема, і в Україні, в інших країнах це, можна сказати, так, не один день, так і називається, різдвяні свята, да? Тобто це починаючи з кінця грудня і вже до свята Водохреща, наскільки я розумію. Все це можна назвати в комплексі різдвяними святами. От і у ці свята, до речі, заведено там співати колядок, щедрівки, є безліч народних традицій, яким не одна сотня років. От наскільки ці народні традиції взагалі співіснують і мають стосунок, власне, до того християнства, яке сповідують, зокрема, православні християни? Традиції, зв'язані з Рождеством Христовим, вони многогранні. И каждая эпоха жизни человечества привносила какую-то свою изюминку в эти традиции. Поэтому сейчас мы имеем огромный пласт народных вот таких вот обычаев и традиций, связанных с праздником Рождества. В первую очередь это, конечно же, колядки. Это песенное прославление события рождения Спасителя мира, когда мы собираемся во храме Божьем, в семье, с родными и близкими, посещаем тех, кто по тем или иным причинам не может выйти из дома, посетить церковь. Мы идем для того, чтобы рассказать о чуде Боговоплощения, о том, что Спаситель мира пришел на землю, воплотился в нашу плоть, стал подобным во всем человеку, кроме греха, и эта необычайная радость должна быть проповедана всем без исключения. Поэтому существует очень много колядок, их насобиралось огромное количество, их исполняют и профессиональные коллективы, профессиональные хоры, их исполняют и обычные аматорские коллективы.
Если говорить более обыденным языком, наверное, нет в нашей стране ни одного ребенка, который бы не знал хотя бы одну колядку. Хотя, конечно, в наше время, в современное время, сейчас мы сталкиваемся с тем, что существует дефицит душевности и дефицит духовности. Когда детки ходят по домам, еще есть такие ребятки. В наше такое страшное время, когда мы переживаем за свои семьи, за своих родных и близких, ограждаем себя различными средствами защиты, бронированными дверями и так далее. И вот детки приходят и открывают двери взрослые и говорят: «А зачем вы пришли? Мы пришли покалядовать. Ну расскажите, что такое Рождество, о чем речь, что вы пришли нам рассказать?» Дети пожимают плечами, они не знают, что сказать. Они не знают о рождении Христа, о рождении Спасителя. Все сводится к простым вещам. Дайте мне награду, конфеты, какое-нибудь денежное вознаграждение, и я удалюсь дальше, пойду дальше собирать свою мзду. Поэтому, конечно же, традиций очень много, и хочется отметить, что всякая традиция, в том числе традиция колядования, она направлена на то, чтобы передать смысл праздника, для того, чтобы сохранить этот праздник, для того, чтобы научить наше юное, молодое поколение через эту традицию, опять-таки, Боговоплощению Бога, о том, что Христос пришел в мир. Поэтому не следует нам убирать такие традиции из нашей жизни, следует их четко понимать и популяризировать в нашей жизни. Поэтому наше юное население, наша молодежь, наши дети, они будут расти в доброте, в чувственности, в понимании, в сострадании, потому что, ну, понимаете, само событие Рождества, оно говорит о том, что Бог истощил себя, то есть стал подобным человеку для того, чтобы человека возвести на небо, сделать его подобным Богу. Поэтому пусть эти традиции однозначно живут в нашем народе. Мы стараемся не только на уровне там, своих семей, на уровне общецерковном, общедуховном стараемся, конечно же, эти традиции соблюдать. Еще раз повторюсь, это колядки, это щедривки, это различные стихотворения на рождественскую тематику, на тематику святого праздника Богоявления, Крещения Господня. Это посещение родных и близких. Это тот момент, когда дети в юном возрасте, даже в зрелом возрасте, носят вечерю, угощения своим крестным родителям. Их очень-очень много. В каждом регионе они разные, поэтому сказать что-то конкретное, ну, конечно, очень тяжело, потому что, слава Богу, страна наша настолько необъятна, она велика, она настолько разнообразна в традициях почитания того или иного праздника, что традиций очень много. И, слава Богу, у нас есть люди пожилого возраста, с которыми мы можем сесть, поговорить, пообщаться и узнать побольше о таких традиціях. Отець Максим, я уточню трохи питання. От дивіться, чи вірно? Я розумію, що фактично православна церква увібрала певною мірою ці народні традиції. Чи все-таки традиції і чисте таке православне християнство йдуть паралельно? Ні, все-таки все те, що ми можемо вобрати в церковну життя, ми вобрали. Все то, что является собой оттенок, может быть, какого-то язычества, какого-то элемента, ну, совершенно не христианского, конечно, мы к этому относимся очень строго, мы соблюдаем чистоту веры православной, веры христианской, поэтому эти традиции, все, которые не идут вразрез с христианским учением, мы соблюдаем, мы их придерживаемся. А еще раз скажу, они нам напоминают о самом важном, о смысле праздника Рождества Христова. Все остальное, все ненужное мы стараемся отсеивать и об этом забывать. А вот как відрізнити, до речі, якщо ви згадали про язичництво, да, от, відрізнити ці елементи, які однозначно є язичницькими? Тобто, ну, скажімо, можуть бути вони і неявними, скажімо, для православного християнина, той навіть, який, як то кажуть, є воцерковленим, ну, тобто ходить до церкви. Ну, дело в тому, що практично всі знають о том, що на Святий Вечір люди занимаются гаданием. Очень это распространено, об этом многие говорят на различных полосах различных газет, бывает даже и подробно об этом говорят, как это делать, каким образом, какие слова, какие ритуалы соблюдать.
то, конечно, здесь мы говорим однозначно, это идет вразрез с христианством. Ничего общего гадание, обращение к падшим духам и так далее с христианством не имеет. Поэтому здесь мы от этого, конечно же, отстоим на очень большом расстоянии. И каждого православного христианина, каждого крещенного человека учим, что это не относится к христианству и к празднованию Рождества Христова. А взагалі, от як має православний християнин зустрічати Різдво і ніч перед Різдвом? Чи є якісь жорсткі правила? Опять-таки, в каждой семье, в каждом регионе есть свои правила, но есть и общепринятые правила. Ночь перед Рождеством. Вообще, конечно, мы собираемся в эту ночь с 6 на 7 января, мы собираемся в эту ночь во Храме Божьем. Традиционно на Пасху, на Рождество совершается всенощная служба. Она служится целую ночь. Это такой цикл, состоящий из нескольких богослужений, который заканчивается божественной литургии. Поэтому традиционно с вечера мы собираемся во Храм Божий, и это время ночное мы проводим в молитве, встречая вместе с родными и близкими, с братьями и сестрами по вере светлый праздник Рождества Христова. В некоторых храмах эта служба разделяется, то есть есть вечернее богослужение, на котором мы молимся, потом идем домой, есть утреннее богослужение, утречком рано мы проснулись и опять собираемся, идем уже на праздничную литургию. Поэтому есть разные люди в нашей стране. Кто-то крещен, но еще не воцерковлен. Поэтому такой человек, он более привержен к тому, чтобы светлый праздник Рождества провести дома. Слава Богу, пускай такой человек действительно побудет со своими родными и близкими, уделит им внимание в мире, в спокойствии, в радости, встретит этот светлый праздник. А потом, даст Бог, Господь коснется своей благодатью. К человеку придет все равно рано или поздно понимание важности вот таких вот богослужебных дней, и он разделит со всей церковью этот праздник уже непосредственно в храме. Тобто церква абсолютно нормально ставиться до таких традицій, як, скажімо, 12 страв, там зустріч першої зірки, чи вірно, я розумію? Да, конечно, у нас в рождественский сочельник 6 января, когда мы возвращаемся с утреннего богослужения, мы соблюдаем строгий пост, в первую очередь для того, чтобы достойно встретить Рождество Христово. Это уже последний постный день рождественского поста. Готовится 12 блюд. Если позволите, я так кратенько о них расскажу. Эти 12 блюд, они, опять-таки, в каждом регионе Украины, они совершенно разные. Но за основу мы берем, конечно же, кутью или сочево от слова сочельник. И обязательный элемент – это узвар. Далее я не буду ничего говорить, потому что в каждом регионе свои традиции. Можно здесь всю передачу использовать на то, чтобы ознакомиться с гастрономическим вопросом праздника Рождества. И могут и слюнки потечь у наших зрителей, и у нас с вами. Поэтому 12, 10, где-то даже более 12 писных, вот постных таких блюд используется для того, чтобы подготовиться и вместе с семьей встретить этот святой вечер. Люди ждут первую звезду. Наши старики до сих пор свято соблюдают традицию и постятся строго в этот день до появления первой звезды. Учат этому нас, молодежь. Здесь, конечно, по силам. Кто как может, в зависимости от состояния здоровья. Кто-то постится строго, кто-то постится в меру своего физического состояния. Поэтому здесь традиции у каждого свои. Главное, чтобы эти традиции привносили в нашу жизнь мир, тишину і взаємопонімання. Так, отець Максим, ви вже згадали про різдвяну службу, це навіть так кілька служб. А от чим вона, саме різдвяна служба, відрізняється від усіх інших, які чиняться на протязі всього року? Є таке поняття в православній церкві, як великий дванадцятий праздник. Їх 12. І от в состав цих праздників входить і Пасха Христова, і в тому числі Рождество Христова. Чим відрізняється це богослужіння від основних или от каких-то других служб? Конечно, в первую очередь, торжественностью. Конечно, это Великая Вечерня, это Утренняя, это Божественная Литургия, это молитвенные тексты, которые, в принципе, в основном призваны прославлять события праздника. То есть мы меньше слышим слов
будь милостив к нам, помилуй, исцели, восстави и так далее и тому подобное. Больше слышим слов «Слава тебе», «Прославление». Идет прославление, событие Боговоплощения. Святой пророк Исаия за 700 лет до Рождества Христова проповедовал о том, что придет в мир Спаситель. И вот об этом говорится на вечернем богослужении. Читаются отрывки ветхозаветные, на литургии читается отрывок из Евангелия о повествовании Рождества Христова. То есть все призвано к тому, чтобы верующим дать назидание о том, как же Бог печется и заботится о роде человеческом, что Он не побоялся этого истощения, пришел в мир, принес мир, тишину, благодать. Когда в храме тушится свет, горят лампады, горят свечи, мы вспоминаем тех волхвов, которые проповедовали о пришествии в мир Христа через то, что они шли в эту убогую Вифлеемскую пещеру, нашли там Христа и принесли Ему свои дары. Мы молитвенно вспоминаем явление ангелов пастухам, которые говорили о том, что Бог воплотился, идите и поклонитесь в этой пещере. Поэтому все призвано к тому, чтобы прославить Бога, для того, чтобы мы четко понимали важность этого события. А ведь важность не в подарках, не в 12 постных блюдах, не в том, чтобы вместе побывать дома или сходить на какое-то празднование, прогуляться по городу и так далее. Важность, опять-таки, в том событии, которое мы ежегодно вспоминаем. Ну, а взагалі, я хотів уточнити стосовно церковної служби. От для пересічної людини і за вашими безпосередніми спостереженнями, це є такий маленький подвиг для людини, чи це все-таки радість? От як ви це бачите? Ви знаєте, для звичайного чоловіка, який не вхож, кожне воскресне богослужіння для нього, може бути, проходить як-то рядом з ним, или вообще проходит в ту пору, когда он не чувствует этого. Для него, конечно, это богослужение, оно может показаться сперва очень трудным. Ну, представьте, вы стоите всю ночь в храме, не совсем понимая высокий духовный смысл того, что читается и поется. Поэтому для обычного человека это и боязно, и непонятно, но в то же время, если он прилагает к этому чистоту души, он это чувствует на уровне своего духовного интеллекта. Вот часто мне говорят, ну, мы бы ходили в храм, если бы там все было понятно. Я отвечаю, есть масса церквей, масса приходов в нашей стране, в любой другой стране, где совершаются службы на разных языках. И почему-то я там не видел, не вижу огромного числа людей. Почему? Потому что, несмотря на доступность проповеди, нужно настроить свою душу на то, чтобы услышать голос Святой Церкви. Поэтому для обычного человека может и показаться и сложновато, но если он откроет свое сердце навстречу Богу, скажет, я так хочу познать Бога, познать свою религию, свою культуру, своей страны, придет в храм, постоит, пусть не всю службу, пусть 5, 10, 15 минут, но он проникнется этими текстами, этой молитвой, он почувствует обязательно эту радость. И, возможно, через год уже придет на всю литургию, на все вечернее богослужение. Так, отець Максим, Різдвяний піст, власне, він продовжується більше місяця, починається наприкінці листопада, закінчується на початку січня, власне, святкуванням Різдва. От в чому особливості цього посту і взагалі особливості посту для людини, для християнина? Це очищення тіла, це очищення душі, це що? Постное время – это время, конечно, молитвы и подвига. Это время, когда мы уходим от суеты и больше смотрим в себя. Практически рождественский пост продолжается у нас так по количеству дней, как и Великий пост перед Пасхой. Однако он не такой строгий. В этот пост можно вкушать рыбу, кроме некоторых дней. В этот пост, как и в любой другой, мы больше задумываемся над состоянием своей души, мы больше читаем и изучаем Священное Писание, Писание святых отцов, учителей церкви, возможно, какую-то духовную литературу почитать, возможно, каких-то классиков украинских наших почитать, больше уделить внимание душе, больше бывать на богослужении.
А уже в остальном мы говорим о гастрономическом аспекте постного времени. К сожалению, большому для нас, для священников, многие люди в первую очередь говорят, вот как бы поститься, что есть, что не кушать, что вкушать, вот у меня гастрит, вот у меня такое-то заболевание. Мы говорим, сначала пост для души, потом пост для тела. Когда будет поститься наш дух, тогда наше тело покорится нашему духу. Мы сможем властвовать в полной мере с собой. Не наше тело будет нами властвовать, а вся наша сущность. В нашем тандеме дух, душа и тело, все три наших составляющих будут нам помогать. Мы будем чувствовать это. Поэтому я бы дал такой совет людям, которые, может быть, и хотели бы поститься, но боятся. Потому что прочитали о строгости правил, о том, что вот нужно поститься 6 числа, не кушать до первой звезды. Дорогие, попробуйте отказаться от самого главного в своей жизни. У каждого из нас свои предпочтения. Вот кто-то любит сладенькое. Вот откажитесь на период рождественского поста или следующего, который будет Великого поста, откажитесь от этого сладенького. Кушайте все, но не вкушайте в этот пост сладенькое. Опять-таки Бог даст силу, опять-таки Бог укрепит, и человек уже в следующий пост будет поститься, возможно, и полностью. Поэтому бояться постного времени совершенно не стоит. Люди постятся не одну сотню лет, и я думаю, люди прежде нас, жившие, были не глупее нас, содержали святой пост. Это полезно нам и духовно, это полезно нам, как говорят об этом врачи, и физически. Ну, конечно, сейчас в состоянии коронавирусной инфекции есть некоторые изменения, есть некоторые попущения, которых, возможно, уже нужно обговаривать этот вопрос отдельно с духовным наставником. Вот есть, Максим, Різдво и Новый рік. Вот зараз вже, ну, майже більше, ніж два століття Новий рік святкується з 31 грудня на 1 січня. До цього це був і вересень місяць, до цього це був і березень місяць. Да. Але так чи інакше, от зараз Новий рік і Різдво, зокрема за юліанським календарем, вони співпадають так майже. Да? Тобто Різдво на кілька днів пізніше. Власне, от ми зараз вже будемо святкувати Різдво. От як утриматись православному християнину у час святкування Нового року? Кожен рік це доводиться чути. Да, от як утриматись при дотриманні посту? Вы знаете, наш почивший предстоятель, митрополит Киевский и всей Украины Владимир Сабадан, говорил такую замечательную фразу. «В пост главное не есть своего ближнего». Вот ты можешь даже есть мясо, но если ты ешь ближнего своего, то толку от твоего поста не будет. Злой дух, он постится всегда, однако он делает зло роду человеческому. Поэтому Новый год, любой другой праздник, давайте шире возьмем. У нас есть дни рождения, какие-то годовщины, какой-то праздник семейный, какой-то праздник, может быть, региональный, наш городской какой-нибудь выпадает праздник. Это нам не мешает быть людьми, не мешает нам общаться, не мешает нам быть добрыми и поститься так, как написано в Священном Писании. «Помажь голову твою, прими добрый веселый вид». И пусть никто не видит и не знает о том, что ты постишься. Не нужно показывать о том и рассказывать миру о том, какой я строгий постник. Да? Когда мы собираемся и говорим, ой, нет, вы знаете, я так строго пощусь, я это кушать не буду. Сделай так, чтобы никто и не заметил того, что ты постишься. Тобто, я так розумію, якщо людина робить акцент на тому, що він такий великий постник, це навіть більший гріх, ніж я думаю, що да, да, потому что он рискует потерять пост и приобрести антидобродетель, гордыню и превозношение. Поэтому делай так, чтобы никто и не заметил твоего поста. На любом столе, я уверен в этом, есть возможность что-нибудь найти постненькое. Отведать это блюдо и сделать так, чтобы никто не увидел твой подвиг поста. Можно вести себя прекрасно, замечательно. Сколько подвижников жили в языческих условиях, когда все были против богопоклонения, богопочитания. Они жили там, где гнали христиан, однако они соблюдали святой пост. Берем 20 век. Наши с вами, возможно, даже и современники наших родителей, которые сидели в тюрьмах за исповедование веры во Христа, и мы читаем в их жизнеописании, они не нарушали пост. Поэтому Новый год –
конец календарного старого года, начало календарного нового года. Это радость, слава Богу, мы прожили этот год. Вот теперь уже у нас новый год. Поблагодарим Бога, встретим это время со своими родными и близкими. Многие христиане стараются в эти дни, если в храме служится литургия, они идут в храм на ночную службу. Есть и такие приходы. Встречают храм в храме Новый год молитвенно. Поэтому, Максим, в цьому контексті, на жаль, дуже мало часу у нас лишається. Я хотів спитати стосовно служби. Ми пам'ятаємо Великдень 2020 року, коли храми фактично були зачинені. Які особливості у зв'язку з пандемією коронавірусу? Сейчас мало что изменилось, потому что вот эта злая инфекция продолжает распространяться и в нашей стране, и в других странах. Поэтому мы стараемся беречь наших прихожан, потому что это наши братья и сестры. Мы, конечно же, соблюдаем все правила, которые указаны нам правительством, Министерством здравоохранения. Мы стараемся и говорим, чтобы верующие держались на определенной дистанции друг от друга, чтобы соблюдали все те правила, которые нам указаны для того, чтобы сохранить себя во здравии, для того, чтобы продолжать посещать Божий храм, для того, чтобы трудиться, жить на этой земле, вдыхая полноту радости присутствия Божьего. Поэтому церковь, конечно, за соблюдение всех правил, для того, чтобы сохранить максимально жизнь и здоровье каждого человека. Поэтому, несмотря на это, совершаем богослужение, молимся. И хочу отметить, что каждый день на каждой службе мы молимся о больных, кто болеет, благодарим за исцеленных и просим у Бога милости для нашей страны. Так, отець Максим, у нас одна хвилина лишається, але не можу вас не спитати. Все-таки для християнина більш важливим є Різдво чи Великдень? Чи ці свята не можна розділяти? Я би не розділяв ці праздники, тому що без Рождества Христова не було б і Пасхи. Христос воплотився, прожив на землі 33 роки, Він проповедував і принес на землю мир, мир між Богом і чоловіком. Он воссоединил человечество с Богом, в себе самом, силой своего божества, поразил, истребил грех, будучи безгрешным, и показал нам образ того, как мы должны жить на этой земле. И самый главный закон Христа на земле – это закон любви. Бог есть любовь. Всякий, пребывающий в любви, в Боге пребывает. Поэтому я хотел бы пожелать всем нам, нашим телезрителям, всем, кто живет в нашей стране, кто будет нас видеть, самое главное — любви, милости Божьей, веры, надежды для того, чтобы жить дальше на этой земле в радости, в полноте жизни, спасать свои души и быть настоящими людьми с радостью в глазах и на сердце. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися зі священником Максимом Злобіним. На все добре.